Дорогие сочинцы, уважаемые наши гости, разрешите вас поздравить с наступающим Новым годом, пожелать вам, чтобы старый год все проблемы оставил себе, а в Новый год начали с новым настроением. И хочу сказать, чтобы каждый год мы хотим, чтобы в Новом году было лучше. Вот мы вам это лучше желаем. Мы очень рады поздравить вас с наступающим Новым годом. Желаем всем прекрасного настроения, крепкого здоровья, радости. Приходите к нам в парк, радоваться жизни. Пожелать крепкого здоровья, сибирского здоровья, кавказского долголетия. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить нашего депутата Оганеса Меликовича. Все, что здесь сделано, вот эта красота, это его заслуга. Желаю всем встретить благополучно новый 2020 год. С Новым годом!